Всем привет, с вами Куц, это мой видеоблог «Заработок на YouTube и в интернете». В этом видеоуроке я расскажу, как раскрутить видео на YouTube. Я разбил этот видеоурок на три пункта, как раскрутить видео. Итак, первый пункт – это SEO-оптимизация нашего контента. Сразу подписывайте и заливайте видео с верным названием. Это повысит шанс попасть в топ. Нам нужно оптимизировать видео под поисковые машины. Выполняйте те действия, которые я вам сейчас расскажу, до начала заливки видео по поводу своей оптимизации. Это также само повышает выдачу в топ поисковых машин. Изначально нужно сделать подборку и анализ ключевых слов. Они должны полностью передать суть вашего видео. Пользуемся тремя ресурсами. Это от Яндекс, Wordstat, .yandex.ru, от Google это планировщик ключевых слов AdWords, и третий ресурс от YouTube, планировщик также самых ключевых слов. Вот он, сейчас покажу, вот так вот он выглядит. После того, когда мы выбрали ключевые слова, нам нужно выбрать верное название видео. Оно должно исходить от часто задаваемых запросов по вашей тематике. После этого переходим к написанию детального описания. Детальное описание должно состоять более чем 1000 символов, которое должно в себя вмещать больше чем 3-5 раз повторения вашего ключевого запроса. Вот. Всегда используйте персональный значок для видео. Значок также должен передавать всю суть вашего ролика. Это когда вы добавляете видео. В правом нижнем углу будет персональный значок. После этого, когда вы уже все сделали и залили на YouTube видео, дальше вам нужно распространить видео в социальных сетях по тематическим группам. Например, моя тематика – это заработок на YouTube. Вбиваете также само ваш тематический запрос, смотрите группы, входите туда и распространяете ваше видео. Также само вам нужно еще распространить видео по вашим тематическим форумам и сайтам. Например, я вбил форум заработок на YouTube, и у меня появился ряд форумов. Так же само я распространяю информацию о моих видео на данных форумах. Дальше уже будет зависеть эта проделанная работа от поведения ваших людей. Если у вас будет смотреть очень большую процентную шкалу, если свыше 70%, то есть большая вероятность выдаваться на YouTube на первой странице по вашему ключевому запросу. Всем спасибо, подписывайтесь на мой канал. В дальнейших выпусках буду также само рассказывать вам много фишек, которые позволят вам развивать ваш канал.